в Инстаграм. У меня голова кружится, ноги подкашивают. Да? Больше 11 литров моей крови. Наташенька, режьте. Бинты и гимнастерку. Там никакой обработки не делали. Быстренько рану прочистишь от грязи. Перевязку наложишь и отправляешь в госпиталь. На профилактические прививки у батальона давали полчаса, а это 3 или 4 роты. Брали через черные фирмы в одном против тех, кто рисовал. Один смазывает йодом, другой ставит уход. Когда закончатся шприцы, быстро проводишь дезинфекцию рот. Была специальная колбочка. Туда иглы кладешь, воды добавляешь, на спиртовку 2-3 минуты ждешь, чтобы закипело. Хорош. Так, полчаса, можно на весь батальон прививку сделать. Такой будет прекрасный. Готовьте пол.